4 часа утра. Детектором, уже установленным в пещере. Доброе утро, я Елена Кубиева, и вы на моем канале. Мы сегодня выехали ночью, когда мир спал под покрывалом тишины. Луна нежно освещала дорогу, и с каждым километром мы все больше ощущали рассвет. Впереди нас ждала длинная дорога. Прежде чем отправиться в путь, мы решили сделать последний визит на наш любимый участок, словно прощаясь с его красотой. Я проверила свои посадки гортензии, которые когда-то должны зацвести, и пушистые самшиты, которые так охотно вписались к нам на участке. Полила их заботой, и с каждым глотком воды они словно оживали, даря нам напоминание о том, что природа всегда готова нас радовать. Утро уже начинало пробуждаться, и когда мы наконец-то выехали на трассу, стало совсем светло. Нежный утренний ветерок ласкал наше лицо, а мир вокруг словно дышал с нами в унисон. Мы ехали, слушая любимую музыку, которая согревала наши души. Дорога для нас была уже знакома. Бескрайние поля, укрытые золотистым узором спелых колосьев, зеленые леса, словно шапки, стояли безмолвно. Природа вокруг была наполнена красками. Цветущие травы радовали глаз яркими оттенками, а пение птиц разносилось по утреннему небу, словно мелодия создана самой природой. Каждый поворот дороги открывал новые пейзажи, и мы словно кружились в этом ослепительном танце. Луга, усыпанные цветами, свежий воздух и оттенки зелени, сменяющиеся солнечными бликами, все это создавало впечатление, что мы находимся в картинах художника. Прекрасные моменты продолжали заполнять наш путь. В сердце уже теплилась радость ожидания и уверенность в том, что впереди нас ждут не только изменения, но и множество новых открытий. Этот путь был не просто дорогой, а настоящим путешествием в мир спокойствия и гармонии с природой. И с каждым пройденным километром мы чувствовали, как с нами подружилась не только Земля, но и сама жизнь.